Привет всем! Вы на канале Valerie Life. Наконец-то наступила долгожданная весна. Я, как и многие девчонки, конечно же, захотела внести небольшие новые штрихи в свой весенне-летний гардероб. Так что все, кому интересно, что же я приобрела на этот сезон, оставайтесь смотреть. Изюминкой этого сезона я считаю вот такие обалденные кожаные кеды от Puma. Они серо-золотисто-белого цвета, полностью кожаные, на высокой шнуровке и довольно-таки очень удобные. Эти кеды подойдут как под джинсы, так и под некоторые платья и юбки. Также я вам хочу показать свое новое приобретение. Вот это платье, которое я приобрела на одной из распродаж. Плюс этого платья заключается в том, что оно идеально скрадывает все недостатки фигуры. И подчеркивает одни достоинства. Да, и еще дополнительный плюс, то, что ткань этого платья вообще не мнется, и это платье подойдет как для прогулки с ребенком, так и для офиса. Еще я приобрела светлые джинсы на эту весну-лето и несколько кофточек, которые идеально подходят и под эти джинсы, да и под любые другие. Сейчас я вам покажу, как же это будет смотреться в действительности. Своим голубым джинсам я приобрела катоновый топ с коротким рукавом нежно-голубого цвета. Они идеально сочетаются друг с другом. Кофточка моя фаворитка. Мне очень нравятся такие модели, потому что в этой блузке можно скрыть все недостатки фигуры. Она из очень тонкого катона, очень легкая и идеально сидит на мне. Трикотажная маечка идеально подходит к любым джинсам и штанам. Она очень освежает лицо. Как всегда, мой любимый синий. Эта катоновая кофточка подойдет к любым джинсам, не только голубым, но и черным, и также темно-синим. Эта трикотажная кофточка в виде кольчуги. В идеале под нее поддевать темно-синий или хотя бы телесного цвета топ. 100% катон. Это были все мои обновки на сезон весна-лето. Их не так уж и много, потому что я хотела внести всего лишь штрих в свой весенне-летний гардероб. Как всегда, преобладают серо-синие тона, потому что мне в них максимально комфортно. Я считаю, что они мне подходят больше всего. Ну вот и все. Буду с вами прощаться. Если вам было интересно, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Я желаю вам теплых праздничных выходных и хорошего настроения. Пока, девчонки!